Приступили к сборке трактора Кировец. Заднюю раму мы усиливали. Здесь уголок усилили. Снаружи тоже щеки поставили, усилили. Гидроцилиндр, гейзершток, поршень, все это новое. Модернизация тормозной системы, камазовские энергоаккумуляторы. Будет в салоне камазовский ручник. Мост, полный капитальный ремонт. Коническая пара новая. Сзади бортовая не усиленная, уже спереди бортовая у нас усиленная. Трубу шарнира наплавляли, растачивали. Также гидроцилиндры поворота. Можно сказать, что новая, гейзершток новая. Ну, новая нашего производства, скажем так. Вот эти крышки, старые шпильки. Как не старые уж, реставрированные. А гейзершток, поршень под замену. Передняя полурама у нас доработана под отвал, под установку отвала. Ушки, щеки усилители. Снутри, снаружи рамы. Также тут усилители стоят. Спереди такая плита усиленная. Тут уже будем устанавливать крепление под гидроцилиндр подъема отвала, поэтому уже тут такая усиленная плита. Ну и готова коробка. Полный капитальный ремонт коробки. Коробка у нас нового образца. Корпус фильтра у него снаружи. Также готов РПН и готовы карданы. Это уже не их, это уже наши готовые из обменного фонда. Их уже карданы пойдут на ремонт и пойдут на другой трактор. То же самое с РПН, просто уже отдефектовали, чтобы уже примерно понять, сколько по деньгам идет на ремонт. Ну и готов движок. Тоже будем уже стыковать. Вешать навесное. Будем устанавливать.